second. Всем привет, привет. Сейчас прогуляемся с вами по капризному Харькову. Посмотрим, как у нас дела. Вот мы, скажем, свернули в более отдаленную часть от рынка. И сразу народу у нас здесь мы наблюдаем немного. Народу мало. Вот один магазинчик. И как бы больше магазинчиков никаких нет. Поэтому сразу уже видим, что людей у нас немного. А вот посмотрели мы елочки и, послушав, постояв две минутки, можно понять, что люди приходят, посмотрели, полюбовались, узнали цену и, увы и ах, цены от 300, вообще масенькая, масипусенькая елочка, 300 гривен и выше, то есть где-то метр 70, метр 60, метр 70 будет стоить гривен 600, 600-800. Вот даже высоких елочек я даже здесь и не видела, чтоб, которые были по 2 метра, таких елочек даже не было. Люди как-то будут Новый год встречать. Как-то будут встречать в любом случае. С большой надеждой, с верой в светлое будущее. А иначе как по-другому. Ждем Новый год. Ждем, верим в нашу победу. Нравится мне, как здесь дорогу сделали, тротуар хорошо, приятно. И домовая территория, видите, хорошо сделана. Поэтому ухожено, чисто. Thank you.
полезно пройтись и подышать свежим воздухом. Поэтому прогуливаемся и дышим свежим воздухом. Вон, видите, все окошки повыбиты через одно. Так, бензин у нас 53, почти 54, да? Это доллар 20, наверное, ну если доллар 40 гривен посчитаете. Видите, окошки, 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 окошки. Сейчас вам покажу, что тоже. Видите, люди живут. Тоже фанерки. Вместо окон. Сейчас покажу вам капельки на деревьях. Вот сейчас у меня на камере капельки. Видно. Сейчас протру камеру. На капельку. Вот сюда. Шаурма. Женщина рыба. Что-то сразу есть захотелось. Пусто. А, спад. Дорогой магазин был. Здесь раньше был разворот круг троллейбуса. Одного из маршрутов. Интересно. Тут городок. Приоритетный автомобиль. Я просила.